Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». И сегодня мы расскажем вам о наиболее важных событиях, произошедших в духовной жизни Ставропольской и Невинномысской епархии, а также важных датах церковного календаря. Седьмого апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, состоялось празднование годовщины формирования казачьей бригады «Терек». Торжественные мероприятия прошли в Луганском кадетском корпусе. Начало церемонии предварила молитва, которую прочитал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Архипастырь отметил героизм казаков-воинов и их верность церкви. По мнению митрополита Кирилла, именно вера становится залогом удивительной самоотверженности и бесстрашия бойцов казачьей бригады «Терек» и других казачьих добровольческих формирований. Пришло время, когда казаки себя сегодня поставляют на войне. И, так сказать, конечно, это сегодня совершенно новая страница казачества. Если мы раньше говорили, казачество возрождается, потом казачество возродилось, вроде как развивается. А сегодня уже казачество имеет новую страницу именно во время военных действий, когда более 30 тысяч человек, казаков, прошли через зону специальной военной операции, вот, когда многие погибли, к сожалению, когда... Больше 1000 человек имеют государственные награды, ордена мужества, герои России есть 2 человека из казачьих батальонов и так далее. И поэтому, безусловно, так сказать, это время особое для настоящего казачества. Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов, огласил казакам праздничный адрес помощника президента Российской Федерации, председателя Совета по делам казачества Дмитрия Миронова. Братья казаки, поздравляю вас с годовщиной образования 5-й казачьей разведывательной бригады «Терек». Благодаря проявленным на специальной военной операции стойкости и мужеству вы стали образцом выполнения воинского долга. Важно, что казаки хранят память о павших героях, помогают семьям погибших товарищей, воспитывают подрастающее поколение на примерах ратных подвигов. Убежден, вы с честью выполняете все поставленные задачи. Надежно обеспечиваете защиту Отечества. Желаю командованию и личному составу 5-й казачьей разведывательной бригады «Терек» здоровья, успехов и новых побед. Помощник президента Российской Федерации, председатель Совета Дмитрий Юрьевич Миронов. В ходе торжественной церемонии наиболее отличившиеся казаки были отмечены государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью «Ставропольский крест». В храме святого благоверного Александра Невского в Луганске 85 военнослужащих казачьей бригады «Терек» и других казачьих подразделений приняли казачью присягу. В начале церемонии состоялся молебен, который провел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Сейчас Великий пост, мы сугубо молимся все о вас, о всех бойцах, чтобы Господь сохранил смерть и ран пленения, чтобы Господь даровал нам радость воскресения. Мне написал мой одноклассник, митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры, который после залога, выпустили которого под домашний арест, попросил прощения, прощенное воскресение по телеграм-каналу, попросил молитв и говорит, как же, говорит, хочется, чтобы мы Пасху отслужили в земном раю в Киево-Печерской лавре. Мы все вместе учились в Московской духовной семинарии. Да, много для этого надо сделать. Много. Но с Божьей помощью будем над этим трудиться. Еще раз поздравляю, дорогие мои. Затем атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов, обратился к казакам. У нас казачья бригада «Терек», она всероссийская казачья бригада. Первый батальон был создан в июле 22 года. Сегодня это 7 подразделений. И казаки от Херсонской области до Калининград и до Дальнего Востока, то есть со всей России. Это всероссийская казачья бригада, около 2000 казаков. Всего прошло через бригаду более 5000 казаков. Это профессиональное подразделение.
со своей артиллерией, разведкой. И сегодня казачья бригада защищает мирных жителей Донбасса на территории Луганской и Донецкой народных республик. И поэтому именно здесь мы сегодня видели казаков Волжского войска, Терского, Кубанского, Донского, повторюсь, все вместе. Очень важно, что это историческое событие прошло на именно богозащищаемой Луганской земле. Именно казаки сейчас здесь защищают мирных жителей. И с нами был наш митрополит Кирилл. Он является председателем Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и окормляет все казачество России. И сегодня мы недавно вручали иконы правящим архиереям Донецкой и Луганской народных республик. И архиереи сказали, что это святыни, которые преподнесли в дар казаки. И казаки сегодня и на передовой защищают мирных жителей Донбасса, и в гуманитарных миссиях, и во всем поддерживают и защищают нашу русскую православную церковь. Присяга – это особенно, это на всю жизнь. Как я сегодня казакам сказал, это и воины, это и гуманитарная миссия казачества. Сегодня авторитет казачества, он всем ясен. Казаки – самая большая организация, которая и делом, и словом поставили плечо государству. Казаки дали торжественное обещание перед Богом и совестью защищать святую русскую православную церковь, родную отчизну и казачьи традиции. После этого они целовали крест и Евангелие. Этот обычай символизирует то, что казак становится воином Христовым и будет нести свой личный крест до конца жизни. Добрый день, дорогие друзья! Сейчас во время Великого Поста мы с вами приготовим очень вкусное и полезное блюдо. Сегодня мы приготовим хумус, но подадим мы его с запеченным баклажаном и с очень сытным соусом из овощей. Для этого нам понадобится баклажан. Мы его подготовим к запеканию. Для этого мы его разрезаем пополам, делаем насечки. Так, по диагонали. Польем растительным маслом, можно оливковым, и отправим в духовой шкаф запекаться на полчаса. Солить его сейчас не нужно. Нужно будет посолить в конце. Тем временем, пока у нас будет запекаться баклажан, мы еще поставим овощной соус. Он замечателен тем, что его можно использовать как в этом блюде, так и самостоятельно. Можно подавать как дополнительный компонент к любым крупам, например, к чечевице, к гречке, к рису. Ну, он настолько самодостаточный, что даже если его сделать в правильную консистенцию, можно использовать как крем-суп. Мы нарезаем абсолютно все овощи, которые у нас есть. Лук-порей. Я очень люблю лук-шалот. Он также называется сорокозубкой. Вот, это мой фаворит среди лука, потому что у него очень нежный, в то же время богатый, ароматный такой вкус. Вот. Также у меня есть крымский синий фиолетовый лук. Нарезаем корень сельдерея. Также возьмем болгарский перец. Ну и, пожалуй, самый такой мой фаворит из овощей – это клубневой сельдерей. Он настолько ароматен, и готовить его одно удовольствие. Из него можно делать супы-пюре, добавлять его в гарниры, в соуса. Теперь эти овощи мы заливаем овощным бульоном, укроем фольгой и отправим в духовой шкаф запекаться при температуре невысокой, 160 градусов, но достаточно долго, пока все овощи не размягчатся. Также сюда можно добавить ароматные травы, тимьян, розмарин. Фольгой мы укрываем для того, чтобы наши овощи, концы не подпеклись и не стали черными. Так они равномерно приготовятся и будут светлыми. Пока запекаются наши овощи и баклажан, мы забьем хумус. Для этого нам понадобится уже отварной горох нут. Чтобы он быстрее отваривался, можно взять, замочить его в воде на ночь. Также можно добавить чайную ложку соды. Она ускорит процесс замачивания. Добавляем к нуту обжаренный лук. Также нам надо добавить соль.
сок лимона, кунжутная паста тахини. Также в наш хумус я хочу добавить авокадо, также добавим зелени. Сюда очень хорошо подойдет петрушка, можно добавить кинзу. Когда я отваривала нут, у меня осталась вода для того, чтобы сейчас урегулировать консистенцию. То есть мы ее продолжаем взбивать и добавляем жидкость, чтобы добиться такой мягкой, кремообразной текстуры. Его можно подавать вполне как самостоятельное блюдо на теплой лепешке или на подсушенном хлебушке. Можно также наполнить им стаканчики и макать в него, как в дип-соус, овощи. Мы с вами начинали готовить только хумус, а получилось три очень полезных, сбалансированных постных блюда. Это чечевица с соусом из овощей, баклажан, запеченный с хумусом, и хумус в качестве самостоятельного дополнения к любому блюду. Ангела за трапезой. Всем вам, дорогие братья и сестры, желаем помощи Божией, благословения в предстоящую неделю. До новых встреч. Спаси Господь.